хочу сказать, и администрация, и депутаты, и поддержали. Значит, они не заинтересованы в том, чтобы условия для жителей улучшались. Только для себя условия улучшают, а для нас, нашим детям, а нашим детям, у нас площадка пятачок, где там вообще нет площадки, это что вообще такое? Около дома проезжая дорога, детям не поиграть, выйдет ребенок и могут машиной задавить. И знаков нет. Не можем добиться даже, чтобы знаки поставили. Освещение. Писали, я уже лично писала в администрацию, чтобы поставили знаки, что там детская площадка или что там, осторожно, дети. Ничего подобного, даже ответа не дали. Это было два года тому назад. Вот. Конечно, очень обидно, очень обидно. И вчерашнее выступление Соловьева по видео, конечно, у нас какую-то надежду, у нас появилась надежда, что человек вроде действительно может, вдруг он одумается, о людях подумает, а на самом деле, оказывается, это все фальш, обман. Как можно на людях так играть? Как можно не понимать наши нужды, наши стремления для того, чтобы улучшить территорию, улучшить условия для детей, для проживания нашего? Ведь все делается, наш президент заботится о том, чтобы улучшались условия, а у нас